понимаете, это очень тяжелая форма заболевания. Просто... просто надо спасать человека, так стоит вопрос. Честное слово, клянусь. Вы понимаете, на почве алкоголизма у него появляются какие-то навязчивые идеи. Какая-то украденная невеста. Он рвет все время кого-то спасать. Просто помутнение рассудка, честное слово. Ясно, делириум тременс. А? Белая горячка. Да белый, горячий, совсем белый. Вы не волнуйтесь, через 3 дня поставим на ночь. Да нет, торопиться не надо. Торопиться не надо. Это наш гость. Важно вылечить. Важно вернуть общество полноценного человека, да? Торопиться не надо. Постараемся. До свидания. До свидания.